Короче, это видео я снимала очень долго, потому что я хотела вам поскорее показать результат моих работ, но из-за того, что я ленивая жопа, это затянулось надолго, поэтому приятного просмотра. Hi guys! Сегодня ко мне пришла очень гениальная идея снять видео о том, как я вяжу. Такую рамочку для карточек. У меня есть такие карточки. Я буду вязать сегодня для вот такой карточки Изи. Решила, что буду снимать на переднюю камеру, потому что мне так будет все прекрасно видно. Я думаю, отлично, все прекрасно белое. Ребята, там все легко и просто. Нужно вязать обычно. Внимание! Это видео не является туториалом, как вязать. Так что если вы хотите попробовать что-то связать, то ищите в YouTube подробный туториал. Всем спасибо. Там все намного просто. Ты просто берешь, как обычно. Подождите. Я забыла, как вязать. Опа, чи. Вот и петелька. И просто набираем петельки. Набираем петельки. Посмотрите. Я закончила только заднюю стенку. Вроде оно нормально. Оно только должно быть чуть больше. И мне осталось связать еще бортики. Такие, ну, вы поняли, короче. Короче, их нужно связать типа... как-то, ну, короче, типа, как-то вот так. Я неправильно связала. Теперь вы понимаете, почему это видео не есть туториалом, потому что я рукожоп. You know what I mean? Yeah. Почему все, за что я берусь делать своими руками, у меня не получается? Не получается. Что это такое? Ребята! Я довязала эту штуку наконец-то, смотрите. Теперь нам осталось это все сшить. Я закончила делать эту штуку, ура! Вот давайте посмотрим, сейчас я вставлю. Вот так вот, смотрите. Мне очень нравится. Просто я давно хотела связать такую штучку, но я не была уверена, что мне это надо, потому что не было карт. Еще у меня завалялась такая жилетка, я про нее вспомнила и решила тоже ее довязать. Чтобы довязать кардиган, нам нужны были такие бабушкины квадраты. Они вяжутся легко, просто. Можете посмотреть в ютубе, если хотите тоже связать что-то подобное из них. Из них можно вязать все, что угодно. Кстати, я хотела вам показать, что я связала буквально за одну ночь. Это вот такая повязка. Боже, я не знаю, почему она так нравится. Короче, вот так вот я связала. Я просто увидела в Пинтересте повязочки. Кстати, у меня есть немножко повязка. У меня есть вот эта косынка. Точно, я забыла, что я еще косынку вязала. Вот еще такую косынку я связала. Давайте сейчас примерю. Можно... пожалуйста, вот так носить. Я сходила за книжками. Я сходила за книжками в школу. Ура! И сейчас я буду их подписывать. О, вот это все книжки. На самом деле это меньше, чем было в 9 классе. Да, к тебе пришла 10. Сейчас мы будем подписывать книжки. Берем мой пенал. Кстати, зацените маникюр. Вот такой маникюр. Сделала себе тут короткий, потому что рабочая рука. Мне так удобней. Кому-то покажется странно, но не пофиг. Да. Было вам сказать, еще ночью, вечером, я начала вязать уже квадратики с зеленым ободком. То есть тут осталось пройдет то же самое желтый, розовый, зеленый. Но это заготовочки желтые серединки вот эти. Тоже три с зеленым ободком. Короче, наша сейчас задача. У меня в заметках все записано, но я хочу переписать это в блокнот свой. Потому что мне так будет удобнее. Вот. У меня этот блокнот еще с января того года. Я тут записываю все. Вот это заполнено. Тут я писала. Это по сути как вот эти, знаете, лучшие дневники. Короче, как он называется?
короче, вы поняли. Тут я записываю все очень много. Если вам интересно, то я могу взять отдельное видео. Короче, я уже все сделала в блокноте, расписала все. Короче, вот это два последних ряда, это вот эти два последних ряда. Ну, а тут я пыталась снять туториал, как вязать шапочку с кошачьими ушами, трендовую вот эту вот. Мне просто было скучно, я подумала, почему бы не начать что-то новое вязать. Вот, но я не уверена, что оно выйдет в ТикТок, но все равно, ребят, подписываемся обязательно. Вдруг выйдет, надеюсь, выйдет. Если вам понравится это видео, то я выпущу туториал на ТикТок. Никакого результата в конце видео не будет, потому что я просто не успела завязать его и затягивать это видео еще на несколько месяцев, потому что школа, я буду теперь реже вязать. Это, не знаю, бессмысленно, как мне кажется. Проще сделать вторую часть. Так что это видео будет просто о том, как я вяжу, просто сам процесс, вот и все. Надеюсь, вам понравится это видео. Извините за то, что нет результата. Мне очень стыдно и обидно перед вами, но я постараюсь сделать вторую часть, там, где точно будет результат, как я сшивала, в общем, уже более углубленно и подробно. Всех люблю, обнимаю, пока-пока!